Так, теперь, значит, выбираем нашу следующую цель. Инсулин мы достали. Саймон говорит: уничтожьте всю нежить перед складом. Перед каким складом? Так, 5 бутылок нам, кстати, нужно насобирать еще. Постеры. Где постеры у нас? Недалеко отсюда. Отлично. Так. Здесь дверь не открывается, здесь обратно мы не выйдем. Значит, нужно тем же путем, что мы и зашли. Главное, чтобы сейчас зомби здесь не респонились. Так, ну-ка, давайте смотреть. Так, смотрите, что я нашел. Я нашел баллон. Так, один бежит. Вот у меня такое ощущение, что где-то там кто-то очень совсем злобный сидит. Давайте сейчас... Ох, вы посмотрите, сколько их тут. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда надо баллон-то кидать. Отлично, сейчас мы туда его и кинем, чтобы не тратить. Так, вон, сейчас вот этого одного, правда, замочим. Иди сюда, дружок. А ножкой-то не хочешь? Сейчас мы с ним разберемся. Ой-ой-ой-ой, их трое тут. О, ес. Ну-ну-ну-ну-ну, хватит махать ты своей ручонкой. Блин, вот гад. Тварюга. Все, до свидания. Так, палец у нас крутую берем, прокачанную. Так, смотрите, с него 460 выпало. Это, кстати, очень круто. Так, берем баллон и тащим его ко входу. Вот, смотрите, а там даже, может, не один баллон. Так, что делать? Как бы там получше закинуть, конечно, бы хотелось. Так, давайте сейчас вот сюда вот кинем. Отлично. Сейчас сверху это все возьмем, так что поточнее. Ой, тут даже два этих баллона. Да? Так, значит, что мы сейчас сделаем? На машину можешь спрыгнуть. О, да. А что, все равно было круто. Вообще замечательно. Так, проберитесь на склад. О! Эй! Эй! Так, вон они, блин, еще. Так, а что, давайте сейчас их сюда выманим. Давай. Все идите сюда. Супер. Он сейчас горит, и все будет чики-пуки. Давай, гори, дружок. На, его с одного удара. Вот так вот. Так, все, всех зомбарей здесь порешали. Это очень круто. Так, и можно сюда войти. Может, она задание нам какое-то даст? Ух, смотрите, какая у них тут мастерская. Тут еще многим людям нужна помощь. Отлично, отлично, отлично. Будем говорить со всеми. Мы не отказываемся. Так, значит... Меня зовут Тави. Как я тебя? Химик. Вот приехал сюда в отпуск. Может, мне нужен отбеливатель. У меня здесь есть все необходимое, чтобы делать из него бертолетову соль. Мощная штука. Используется в минах и гранатах. О, он нам сможет мины и гранаты делать. Отбеливатель, я дам вам гранату или мину. Что вам потребуется? Отлично, бертолетовую соль, да? Отбеливателя Тавину. Средняя награда 100, наверное, зажигательная граната. Отлично. Гуд, отлично. Вундербар. Любой отбеливатель пойдет. Ну хорошо, дружище, понял тебя. Давайте посмотрим, что у вас тут есть. Сейчас батарейки снова надо все эти собирать, блин. Жалко. Закусочка берем. Ребят, я вас подъем тут немножко, ладно? Сейчас я взорву, если будешь меня так называть, понял? Амигос. Так, что у них тут еще есть? Мы превращаем это место в крепость. И я главный по обороне. До того, как мы нашли это место, мы везде искали оружие, но нашли только деньги. Муче Денеро. Здесь и немцы, так что, если вы и испанцы. Найдете спирт для коктейлей Молотова, мы можем с вами поделиться. Отлично. Все равно хозяевам эти деньги уже не понадобятся. Слушайте, да? Ну это очень клево. Так, 5 бутылок спирта в обмен на коктейль Молотова. Берем. 5 бутылок спирта. Клево. Так, что здесь у нас тут еще есть? Огнестрельчик давайте, нет? Закусочка.
Так, вот тут можно, кстати, отремонтировать то, что у нас уже поломано. Мы с братом приехали из Кореи на заработки, чтобы отсылать деньги нашим семьям. Я вышел из дома, чтобы купить еды, а эти твари накинулись на меня. Если бы не Ник, я был бы мертв. Это он принес меня сюда. Но мой брат все еще прячется в квартире. Наверное, он думает, что я мертв. Он там совсем один. Ему грозит опасность. Вы можете найти его и привезти сюда. Прошу. Прошу. Без проблем, дружище. Так. Сложно, да? 1500 определенно. Опыта. Мне нечего вам дать. Но у нас дома есть деньги. Вы можете взять их. Мы живем на Сейхат-стрит, дом 13. Прошу вас, найдите моего брата. Да, клево. Так, давайте-ка посмотрим. Мне очень нужна помощь. Ой, батюшки, да сколько у вас тут, а? Вот я логово нашел. Простите. Давай, что у тебя? У нас было несколько, но на нас напали мародеры. Я бежал, и мне кажется, что я единственный, кому это удалось. Один из этих ублюдков забрал мой бумажник. Все мои деньги, кредитная карта, паспорт и фотография моей дочери. Она осталась в Нью-Йорке. Она единственная, ради чего я живу. Я здесь по работе. Обещал ей, что вернусь к ее 10-му дню рождения. Я так часто ее огорчал. Я не хочу нарушить это обещание. Вы поможете мне найти этих ублюдков? БСБ, дружище. Так, вернуть фотографию дочери Джейка. Средняя награда 1500. Ух ты, и модификация парализующих дат. Ладно. Они напали на нас в аптеке, недалеко от канала. Вероятно, они все еще там. Угу. Вот он еще, Михалыч, да? Так, давайте-ка сейчас у этой женщины сразу спросим, что ей тут надо. Мой ингалятор почти пуст. А без него я задохнусь. От стресса из-за всего этого. Я знаю, что почти все аптеки разграблены. Но если вы найдете хотя бы наполовину полный ингалятор, вы меня спасете. Да, найдем. Ингалятор от астмы. Сложность средняя, награда 1500 и деньги. Ага. Спасибо. Не знаю, насколько хватит этого. Да ладно тебе, расстраиваешься, блин. Золотая. Так, что у нас тут? А, Леандр, 3 Леандра надо и 3 детергента. Понятненько. Так, ну что, чиним. Так, пальцу опасную. Значит, 165. Самодельный нож нет. Мачете. То, что у нас прокачано, лучше это все прокачать. Тут и прокачать, отмодернизировать то, что у нас прокачано. Что у нас тут еще есть? Так, молот. Молот 100 у нас, кстати. Мы его пока не используем. Ну все, наверное, пока хватит. Так, где-то кого-то мы еще пропустили. Вот этого чувака, эй, да? Давайте у него спросим, что ему надо. Я пытаюсь починить радиостанцию, чтобы вызвать спасателей. Но мне нужны кое-какие детали. Нужен трансформатор и кабель. Их можно взять в магазине неподалеку. Сможете достать их для меня? Да, будем все выполнять. Так, поискать в магазине электротовар, трансформатор и кабели для Карла. Большой колун какой-то. Конечно. Хорошо, осторожней. Осторожней? Ну, молодец еще. Так. Ну-ка, все вон. Давайте посмотрим, что значит нам нужно делать здесь. Последний вздох, ингалятор. Где это находится-то? А, так все рядом. И тут еще кто это? Алисия Джекобс некая. Так, ну давайте, наверное... Не, хотя давайте сначала посмотрим, как это все далеко. Ой, фотка далеко, кровные узы. Прошу прощения, кровные узы это... Поищите брата Квана. Так, а, просто его искать где-то, да? Так, горячие напитки. Угу. Так, ну это понятно. Одной ногой в могиле. Инсулин. Так, тоже недалеко. Спирт. Продезинфицировать это. Просто найти последний шанс. А,
в городе постеры надо развесить. О, отлично, это совсем недалеко. Так, значит, сейчас мы туда и двинемся. Там как раз...